10-летней Ксюше Балуевой из Абакана необходима помощь наших телезрителей. У девочки детский церебральный паралич. Требуется дорогостоящее лечение. Сейчас средства собирает Русфонд. Для помощи Ксюше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Все подробности у Виктора Бурова. Большую часть времени 9-летняя Ксюша вынуждена проводить в квартире. Ходить самостоятельно девочка не может. Любимое занятие – куклы. На игрушечной машине Ксюша часто отвозит Барби на дискотеку, хотя оказаться на танцплощадке хочет и сама. Уже даже придумала, в каком будет платье. Я всю жизнь мечтаю ходить. А еще я мечтаю ходить в школу самостоятельно, чтобы маме было легче. Ксюша Балуева родилась недоношенной весом 800 граммов. Врачи с трудом выходили малышку, но в 6 месяцев девочке поставили диагноз «детский церебральный паралич». С тех пор Ксюша и ее мама практически не живут дома. Постоянно ездят на лечение. Ксюша уже перенесла 8 тяжелейших операций на тазобедренных суставах, а при поддержке Русфонда прошла 2 курса лечения в Москве, после которых девочка начала ходить самостоятельно при помощи опоры и даже ездить на велосипеде. А совсем недавно всегда улыбающаяся Ксюша начала ходить в коррекционную школу в сопровождении мамы. Ксюшеньке сейчас требуется реабилитация в городе, в Москве, в институте медтехнологий. Там ей будут делать медикаментозное обкалывание. Мы там уже были 2 раза, нам очень понравилось. Ксюша стала после первого курса стала хорошо разговаривать, ну и рефлекс шага у нас появился. Врачи настаивают, если продолжит лечение, Ксюша может встать на ноги и жить, как все ее сверстники, бегать на детской площадке, ходить в школу без мамы. У ребенка хорошие восстановительные возможности, и то, что в результате дальнейшего лечения у нее есть все шансы от того, что она научится самостоятельно стоять, самостоятельно ходить. Но денег на дорогостоящее лечение у мамы Ксюши нет. Папа девочки ушел из семьи, не справившись с трудностями. Поэтому вся надежда на зрителей программы «Вести Хакасия». Деньги для Ксюши Балуевой сейчас собирает Русфонд. Стоимость лечения почти 200 тысяч рублей. Читатели сайта Русфонд соберут 78 тысяч. Фонд СОК регионам уже внес 100 тысяч. Не хватает 21 тысячи рублей. Для помощи Ксюше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного послания 75 рублей. Жертвование можно также перевести через мобильное приложение. Ценен каждый рубль. Виктор Буров, Владимир Филипповский, «Вести Хакасия».